Итак, сейчас мы научимся важнейшей для солдата вещи изготовлением ПДО. Письмо домой обыкновенное. Оно делается при помощи РШС, ручка шариковая синяя, и ЛБЛ, лист бумаги любой. Письмо пишется строго по шаблону. Сегодня мы будем изучать шаблон ППС. Письмо первое, сентиментальное. Положили перед собой строго ЛБЛ, взяли в удобную для себя руку РШС и пишем. ЗМ. Здравствуй, мама, черточка папа, черточка зая. Нужно подчеркнуть. Пишет тебе твой, ставить свое имя. Точка. Наконец-то я в армии. Точка. Здесь хорошо, черточка, очень хорошо, черточка, великолепно. Нужно подчеркнуть. Точка. Скучаю, по тебе, запятая, вставить имя родственника или родственница, запятая, и по сержанту Карпову, так как занятий по строевой подготовке не было целые сутки. Боец, в слове «сутки» вы пропустили букву «Т». Переписать. Свободного времени так много, поэтому, чтобы хоть как-то занять руки, чищу картошку ведрами. Высыпаюсь так сильно, что сплю не каждый день. Рад! Рад, что сделать выбор между институтом и армией помогло мне государство, так как в одиночку я выбрал бы неправильно. Искренне ваш, ну и здесь вам предоставляется место для фантазий. Боец, что за моча? Что за моча? Не моча, а мачо. Имя? Тарас. Ну вот и пиши. Твой Тарасик. Фантазируй, фантазируй. Сложите письма, пишите адрес и отправляйте родственникам на родину. На следующем занятии мы будем проходить такие шаблоны, как ММТНО, мама меня точно не обижают, и ЗВВТВ. Засунь водку в теплые вещи. Итак, занятие окончено. Отделение встать. Разойтись.